женщины, так что когда мужчины на праздник им цветы несут, пусть это праздник наполнит счастье, мы теплом на слое марта с международным женским днем. Пример милосердия и мудрости, трудолюбия и верности. Все это о них, представительницах прекрасной половины человечества. Героинях торжества, прошедшего во Дворце культуры «Дружба». С наступающим праздником всех присутствующих поздравил глава города Владислав Денисов, отмечая, что сегодня женщины ярко представляют себя во всех сферах жизни. Успехи во многих проектах, достижения в любой из сфер во многом происходят благодаря труду, творчеству и таланту прекрасных дам. Сегодня вы трудитесь во всех сферах нашего города, обеспечивая процветание, развитие нашего города. Наши хрупкие половины сегодня работают в отраслях от жилищно-коммунальной сферы, экономики, до сферы медицины, культуры. Вы берете на себя ответственность, порой решая трудные, сложные, производственные, общественные задачи. И мы, как мужчины, замечаем, что вы это делаете с большим успехом. Будьте обаятельны, любимы, прекрасны. Пусть в ваших домах царит уют, согласие и мир. Благополучие, удачи. С праздником! За многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности 7 представительниц прекрасного пола были удостоены в этот день высоких наград. Почетных грамот Тамбовской областной думы и Управления образования и науки Тамбовской области. В числе награжденных и социальный педагог Центра по оказанию психолога педагогических услуг доверия Светлана Дровских. За 30 лет профессионального стажа наряду с профессией педагога ей удалось освоить и журналистику, и психологию. Останавливаться на достигнутом она не собирается, ведь, по ее словам, учиться никогда не поздно. Очень приятно получить сегодня из рук городского руководства такую почетную награду. Я хочу сказать, что в каждой работе есть изюминка, и каждой профессии нужно отдавать свою душу. В моей жизни было несколько профессий, которые я освоила, и каждая оставила в моей душе добрый след. Хочется поблагодарить тех, кто оценил, кто увидел мою работу и поддержал. По сложившейся доброй традиции, настоящим подарком для уваровских женщин в канун 8 марта стал спектакль Мичуринского государственного драматического театра «Тетки». От всех мичуринцев мы поздравляем всю прекрасную половину города Уварова, желаем вам всем весеннего настроения, счастья, тепла, добра. Мы приготовили для всех жительниц Уварова детективную комедию. Это история про двух милых сестер, которые ждут в гости своего племянника. У нас этот спектакль идет при аншлагах, и очень-очень люди хорошо на него реагируют. Я думаю, что всем понравится. Грета! Мне тоже не хочется жить в такой большой комнате, но одну неделю можно и потерпеть. Шла бы к Софье Николаевне, она приглашала. Не могу спать в чужом доме, поэтому и не вышла замуж. И была там 3 раза, и все равно одна. Мой муж умер, последние 2 предыдущих сбежали. Я их выгнала. Праздничный вечер не только подарил прекрасным дамам массу положительных эмоций и хорошего настроения, но и позволил каждой из них почувствовать свою значимость. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».